Не, ему в натяжечку надо, не газовать. На берег колеса накачат. Можно поспускать? Може задок подпустить? Значит, можно глубже. Ну, ты знаешь, может там глубже, конечно, и нету, но это ж так. Валера уже... Валера уже улыбка. Крыши не утонете. Не, он уже, бачу, скоро он стоит уже. Так что, то аварийное открытие замков. Не важно. Хоть я тут чуть-чуть. Может чуть-чуть. Одному Богу известно. Ну, уже ясно, что тут глубже, чем пока. Уже ясно, что глубже метра глубины нету, да.
глистер выше. Дрифте. Вот было глубоко. Даже она поехала. Метровые колеса не обеспечивают сухость в салоне. Так где ты наш сухий? Так вон ватерлиния, смотри, ну, только совсем чуть-чуть на туфле. Так, о. Надо вот так давить. Гейзеры? Ну тут, сука, глубоко везде. Надо знать. Вот так вот. Юра, на эту сторону! Вылазь на эту сторону, отвешу! Вишай! Оба на эту сторону! Давай! Я дальше не снимал. Глубоко. Кого вызывать надо? С лебедкой. Он на нейтралке? Комары уже есть? Да, так давно уже.
сложить, потому что не видно. В одни. Привет, друзья. Ну, посмотрели вы это купание. Оно мне напомнило одно купание, которое было на несколько лет раньше. Я ссылку в описании подложу. Ну, в двух словах хочу про этот УАЗ рассказать. Машина шикарно сделана. Рычажная подвеска с хорошим ходом. Ну, я видел просто, там есть в онлайне короткий обзорчик такой был. Перед покатухой я заезжал забирать свой УАЗ у ребят и видел, еще был недоделан полностью он. Ну, в двух словах скажу, военные мосты, усиленные грибки, американские пары, главные, американцы, оказывается, делают главные пары на военные мосты УАЗовские. Трехлитровый дизель мерседесовский. Ну, звук, я думаю, вы слышали, очень красиво звучит. Что еще такое сказать об этой машине? Максимально облегчена, то есть предположительно весит не больше, чем Нива Марш сейчас, она даже может меньше. Ну, все вы видели, как получилось. В броде яма оказалась. Точно так же, как было с моим УАЗом. Дисбаланс, тут вес неравномерно распределен. То есть левая сторона, двигатель чуть смещен, наклон есть. Раздатка левее. Ну, естественно, там было глубже. Ну и у вас нырнул. В общем, машина получилась очень приличная. Я даже скажу, наверное, одна из лучших, что я видел в таком исполнении УАЗовском. Ну, кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео. Такое интересное получилось кино. Ребят спросил, чего меня не позвали снимать, когда испытания были. Говорит, не были уверены, как получилось. Ну, уверены были, ну, говорит, так. Решили попробовать без тебя. Ну, как обычно, получилось, как всегда.